Life is good, but it can be better. Вы наверняка слышали про так называемое проклятие адаптации компьютерных игр. Мол, как бы ни пытались талантливые голливудские продюсеры и режиссеры, ну просто никак нельзя нормально экранизировать эти злочастные игры. Сколько раз уже геймеры спешили потратить свои денежки на экранизацию очередного Assassin's Creed, Warcraft, Doom, Bloodrine, ну и так далее. И каждый раз эти фильмы проваливались. Сериалы отменялись, и вера в проклятие становилось все сильнее. Однако, если мы посмотрим на последние годы, складывается ощущение, что все-таки формула по борьбе с проклятием найдена. И в этом ролике я с вами ей поделюсь. Ну а пока давайте быстренько пройдемся по последним экранизациям. Казалось, что Соник уже снял это проклятие, стал финансово успешным и получил признание зрителей. Но не признание критиков. Хотя кому, если честно, не насрать на их мнение, я не знаю. Да и сюжет фильма, кроме главного героя, ничего общего с игрой не имеет. Плюс, если бы не шумиха, которую подняли фанаты в очередной раз уже не моля, а угрожая. Вы, блин, задолбали уже со своей творческой деятельностью. Что это за страшилище? Сделайте нам нормального Соника, пожалуйста. Потом у нас вышел Аркейн, который гремел на протяжении месяца, по-прежнему собирает награды, получает высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. И вообще, на мой взгляд, был лучшим сериалом 2022 года. Но это адаптация Лиги Легенд, в которой, как таковой, нет игрового сюжета. Есть лор, есть истории персонажей, но это не адаптация уже полюбившейся всем истории. Тоже можно сказать и по поводу Киберпанка, Edge Runners, которые тоже сделали успешную как в финансовом, так и в плане критики адаптацию. Но сюжет сериала мало что имеет общего с сюжетом игры. Так неужели формула адаптации выглядит приблизительно так? Делай что-то в этом мире, что-то приблизительно с этим лором, с этим названием, но при этом совершенно отдаленное от основного сюжета игры. Если бы это было бы так, то объяснить какой-то сумасшедший успех уже первого эпизода сериала по игре «Последний из нас» The Last of Us было бы невозможно, так как сериал на 90% повторяет сюжет игры лишь с небольшими изменениями. Многие уже окрестили сериал режиссерской версией игры, так как она не столько меняет, сколько дополняет к основному повествованию. Спустя вот уже как 3 дня с выхода первой серии оценки на IMDb не опускаются ниже 9.3, а это из немалого 40 тысяч отзывов. На помидорах оценки тоже зашкаливают. Первый эпизод лишь на стриминге HBO посмотрели 4,5 миллиона человек. Может быть, просто дело в том, что никаких проклятий нет и не было? Так же, как и не было проклятий экранизации фэнтези до прихода Питера Джексона. Может быть, формула успеха для адаптации компьютерных игр проста? Если не давать быть у руля бездарям с комплексом «Эй, блин, какую-то тупую компьютерную игру для детишек надо адаптировать, надо ее сделать лучше», то в конечном итоге у нас может получиться что-то хорошее. Я, кстати, проверял, это действительно настоящий психологический комплекс. Ну, как минимум, я бы хотел, чтобы он был официальным и чтобы его начали лечить. Формула успеха адаптации, да хоть игры, да хоть книг, да хоть чего угодно, она на самом деле очень простая, и фанаты говорили, а потом уже кричали во весь голос уже много-много лет. Мы, фанаты, чувствуем, когда вы, создатели, уважаете, либо не уважаете первоисточник. Это мы чувствуем всеми фибрами нашей души, обмануть нас у вас не получится. Уважайте первоисточник, уважайте фанатов, которые сделали этот первоисточник популярным, мощным, любимым и обожаемым, и в конечном итоге будет вам счастье.